Ковак на линкрене. И шем будет. Но он вроде говорил, что дособирает. Ну, он говорит, сам дособирает, но ну, так уж помог бы ему. Ну, пусть да, но если он собирается, тогда что бы, собрались бы вместе, принесли бы ему там потихонечку. Ну, надеюсь, да происходит. Товарчик, я скажу, когда заберешь. На 8 меняемся или как там? Будет едкая гниль вот после нее. Ну, да, я тоже предхаводником стану сейчас. Да, я еще раз понимаю. Что, вот сносить скоро будет? Центр сносите. Несите все под босса. У меня есть блок. Вообще не буду делать. Одно сердце прожал. Да, массакр сдал. Идет 1000, неплохо. Мака, можешь ближе к центру пойти? Да, я понимаю, слова дает. Сидит, наверное, Слава одним пальцем ковыряет клавиатуру. Ну, где-то я у кого-то видел тоже ротацию на сове. Тихо, сбегись по вот босса. Что вы добиваете? Блин, шок 34 тысячи. Это что такое? Я тоже жесткий. Да мне тут даже на роге нет таких цифр. Классно апнули. О, врагатабор можно? Уши не забудь. Молодец, что оставил столько газа. А какое мне хилское кольцо? Ага, возьму это. У тебя сейчас полтинник стухлого будет. Ёбничество нам. Перед Мне нужен профом... абракадебр? Минутку, перед профом куранем, я чайник пойду поставлю. Не нужен? У меня есть ловушка. Ловушка сзади. Ну что, этого Груля Слава убили нормально? Ага, нормально, но... Да, механика офигенная. Механику, конечно, классно сделали. Да, мы с Синтеком сбегали, если бы несколько раз, блин, говорю, понятно, сука. Ну, Арчик, ты на боссе на этих, на слизнях? Да, уж на, дальше на боссе. Ты на боссе. Можно в одного танка, Геру в одного танка и просто слизни игнорировать. Ну, это же обычек. Лучше не будем все. Давайте репичи по слизней. Короче, думаешь, я их я слизни туда положу, не врывайтесь сюда сильно, дайте ему агро набрать. Так, сейчас 5 секунд, я... Так, так... Ну, я уже бурсты прожал. А, ну все, давай. Все. Ну, 5000 даст, Саня. Так, 5 секунд подождем.
Я просто очень медленно прожал ротацию на этого наварчика. Все. Сальво. Ну чё с огром? А, на вас, ну ёпта, я думал, что... Кому там сальво? Магу. Магу. Клави. Уже дал. Ещё взял начали пугу даже. Ничего так Калем намажет. Ну, если примерно хоть один на пол дали бы, то нормально было бы легче. Нихуя Элемов апнули. Только когда паладинов апнул, да? Мы стражником на профи угорали, нахуй. Сейчас и гильдия Элема будет. А чё вы так голый Элем? Так, я отойду на минуту-две. Чайник, да, у тебя голый Элем, блядь, 4-4, блядь, ебать голый. 256-й ну, голый, да? Ну ты сердоли нету, тут фулл крит, чарок ну, нету. Могу ли два кольца делать? Ой, мы же на проф идем. Блядь, кран-то что никто не повернул вообще? Кран? Кран, да. И Холи Дринка пока стоит возле экрана. О, они даже механику наливания жижи налили. Прикольно. Дринка. Ну что, будем стаки перехватывать. Прикольная вещь. Капец, надо ПВП играть за Элема, чтобы тотем взять топовый. Ты про тотем про шмотку говорил? Который от шоков увеличит СПД. Я думал, какой тотем, блять, от шоков СПД. Шоковый СПД тотем. Ну, тотем, а, в смысле, в слот жезла. Ну да, я типа не понял. Я поэтому сидел, думал, какой, блядь, тотем. Там нет такого. Непонятно. Ой. Блять, надо кнопки забыть, бумаги. Я какого хера сдох? А, я понял. Там ФК шел возле экрана. Пинлока нету. Не, в этом ивент запустили. Поводишь? Или я ты... пожалуй. Давай лучше я в кукле посижу, а ты профа поводишь. Умеешь? Ну, конечно же, ходил. Окей. Че кто танчит? Кто-то. Оли дринк на боссе. Кто-то там, где-то там. Сейчас бегу. Можете засумонить. Если лок а. Есть. Сейчас выйдем только с инста. Ну, сейчас. Ну, то прям по сумму, как он лежит. Ван. Ай, кабан-то хорошо. Так. Кстати, он синтекс спрашивал на ретрик. Что заебись будет, какой тир и какие трыни. Блять, заебись будет на него полбагер, блять, и трыня, блять, с этого тульдуара с йога с героического. И тир пятый. Да, там с йога падает, короче, типа колба
только на максималках. Максимальная колба. Ну, колба дает, получается, обычная героическая 50% с автоатаки. А кровь древнего бога, что ли, ты имеешь? Да, 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 да. А кровь древнего бога дает 100% с автоатаки оружия. Вот ее надо. Ее еще надо, блин, даже и до него надо, мне кажется, еще. Ну да, это еще ОК, ЗС, потом Гера, пока выйдет. Пока выйдет ульда Гера. Обновим капли. Все же готово, уже, да, все. Все. Че, иди пей, выпьешь. 3 секунды я стартану. Так, все, выпил 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, пошел. Так, лучше. Готовься с него давать бенстилю. Так, что, когда он уже было? Что, уже перевели, ебаный в рот, а? Жесткие, да? Интересно, блядь. Я пошел отсюда. 3-6 раги. Бенстиллер, я по тебе сдал, салю. Охренеть. Так, лужи нет, да, получается? Колбы, аккуратно, милики. РПД тоже аккуратно. Напульте еще раз, пожалуйста. Пельмени. Да как нахуй она взорвалась, я бы там в километре от нее стоял, блин. Жизнь. У меня лаги не хватит на него. А вот все. Опа, нихуя. Так, отнул. Блок нажал. Как ты выпил, слушай. Перевели на третью фазу. Красный. Блин, красный. Я скакну его. Атака есть. Не успеешь. Тебя сейчас выкину сабан. Давайте на меня пусть кинется нахуй. Надо быстро убить его просто. Ой, это хорошо, что на сердце. Беги, детка, беги. Так, колбы, 10 секунд. 2 стака. Колбы, 3 секунды, милики, подъебало, зашли. Тут можно еще нахуй стаков, блядь, до 7-8 штук. Вот, да. Перестак. Добивайте уже. Вот все на левых. Просто все на них. Можно пач? Распылить все нахуй. Сейчас на Трише доберешь, наверное. О, шея. Варщик, ты на двух или на одном? Давай на двух. Я не умею этого кильца танчить. Окей, келли тогда. У меня с ним всегда проблемы были, что-то эти сферы не мог нормально раздамажить. Стоишь, клопишь сферы, все. Пока я держу сферы, по мне урон не проходит от сил тьмы, или мне надо лопать их обязательно? Нет, просто держать. Все.
тогда. Тебе их не надо бить, тебе просто стоишь клэпку. Сферы тебе нужны, когда кель активный. Угу. И вот когда кель тебя ебашит, на тебе должны по максимальному висеть эти сферы. Чем больше, тем лучше. Ну не говорил, тут там 5 штук, и этого хватает. Ну, смотря кому еще. Ну, сравнили. Славу, блядь, жирного там. Надеюсь. И мне? Не проверял. Да. Главная фраза здесь хилить, да? Ну да, главное хилить. Это везде. Главное хилить. Даже если ДДшный, блядь. Слава, тактика, дерни. ДКшников нету. Привет с этим, блять, как его, шаклом. Дерни тактик. Ну, да. Скову не нежить, короче. Скову не нежить. Я понял, Слава, давай. Спину ставь там. Здорово. Так. Интересно. А что там после душ? Смотрите, осколки идут уже. Там же вроде какие-то да. мини-квесты должны. Там будет инст. Уже сделал? Хочу я вылету их. Не, после душ там будет... Развернись, чтоб ты отлетел в арчик, в стенку. Угу, хорошо. Вот как я стою. Встань. Угу. Это неохота вторую пачку. Боб на команде. Окей, окей. Хорошо. А мы теперь в десятку ходим, да? Больше фармим. Да, сам как спал, да. Лучше фармил, это пиздец было. Еще на репофарм ходил. За 3 часа на репофарм все душу нафармил. Собирался мне... бы этот еще репофарм. Я собирал, нифига не собирал. Я просто пошел как-то на репофарм, кольцо фармил. Короче, весь день на репофарме пробыл. После этого у меня желание отбило нахуй. Ну я вот собирал где-то когда-то. Дня 4-5 назад, и там пауки между собой разосрались, и либо... Ну типа вот мне осталось всего только 3000. Да, черепах, скажи. И все. Можешь мне каску Навара? Этот кулак его не сильно что дает. Да. Спасибо. Так, все, Тулдарам, Валанар мои тогда. Пускай хант одного на поле другой рога. Бля, у меня маны 0. А, вот сейчас будет.
Empower Cortex spread out. Насладитесь болью. Моя чаша полна. И прольется кровь. Защитите перед Талдорамом, смертные, ибо сила сферы питает меня. И прольется кровь. Бля, на пути. Ладно, я их пехоту еще. Талдорам, я уже должен добить, блядь. Герой, если бы сдали, вообще был. Скинуть типа, пойдет, я не успеваю в одной балл все три побивать. Минут цели, 12 секунд. А ладно, пусть постоим немножко там. Скинечку, главное, не это не умер. Это я очень боюсь. Ща рубанет. Ох, ёпта, я продал эту. Блять, я все прожал. Хорошо, я еще могу 23 секунды как бы нормально так жить. Секунд. Прольется. Да я не достаю до него. Давай, я подбираю тебя. Ну, в разных сторонах. Карта стоит. Все. Вот такая же хуйня, я туда-сюда бегу, туда-сюда, блядь, чтобы покилить. Я до мага не достаю, смока. Да. Че, вы добьете, там бить-то будет осталось, но... Моя королева, они идут. Ал, как обычно, блядь. Я же говорю, лута не будем, блядь. Что у вас? Говно. Надо да. Все расплеть. А есть только большое копье оставить. Тактика, дерни. А, ты сдох? Привет, Павел, принцесс. На тебе касочку. А, у меня же есть топор, с кем могу ходить. Бумажный дирижабль. Ты душу высосал? Давай тактика дергай. Куда его? Так, что, мне вылетать, да? Че ставим? Да я фиг знаю. Давай, пока я их подержу. Так, типа, пока по голове. Чухайте. Нифига себе, какой прикольный шип Лем делает, ставит. А. Бац. На Лембле можно перепутать спокойно его. Да какой прикольный, блядь, какой-то StarCraft, блядь. Ну что, зато... Знаешь, как у них анимация прикольная сейчас стала? Точнее, не StarCraft, а, блядь, Warcraft 3, где там, блядь... Бурдин кусал бы такому, блядь. Вышки обливаешь. Гойл ТД заебал. Ну блин, а Кайлы тоже взяты из Warcraft 3, а что ты хочешь от них? Ух, блядь. Смотри, у меня же пальцы устали, пиздец. Так,
кстати, как что-то там на ДК печеньку залутал, да? Слава. Арон, на ДК печеньку залутал. Если что, а, там, блядь, и Вилаша. Можно и не рассчитывать на клэп, короче. Бен, пойдешь через 40 на термака? Не, я спать пойду. Хуево быстрые. 40 минут, а... На первой звездке я сдам массакру. Ну все, пойдем бить. А что, даешь? У меня копии КД. Готов второго. Кость, ты ставь его как надо, я просто вылечу, подойду к тебе. Все. Стеллер Сальву сдал. Слава там. Это вздох. Сальвы нету. Ну, снова, блядь. А он по КД. Двинься чуть. Угу. О, привет, Кати. Пусть будет через 4 секунды. Ой, да, укусили. Блять, еще и Лем нахуй. Мне на всех вас Сальва не хочет, а? Точно со мной не сбежал свой, да? Сразу нет. Нет, нет, я... Влажно, да? Боже, блядь, вот чё, сука? Массакру сдал. Чего? Отходи назад, только не становись рядышком пока со мной. Угу, хорошо. Теперь можешь подходить. Охуенно, ебать. Кто не сбежался со мной? Конченый. Зачем? Да там близко было, ёпты. Ты чё? Близко? Ты чё, угораешь? Придринг, дай это. Да там видел по рейду, какой дамаг шёл, блядь. Ты стоял в центре комнаты. Если бы сейчас сбегался, блядь, все бы попарили ещё раньше. Этого еще с массакром купили. Вот тебе ответ, почему тебе бежит, получается. А чё, блядь? Да. Найс стал. Так. Зато встал. Будет вообще в тенях встал, блядь. Я антифир дал, два диспела кинул, всех антифирил, короче, все нормально сделал. Тебе не надо два диспела, тебе надо, блядь, киспелить того человека, на котором тени, чтобы тебе надо снять фир, чтобы он не забежал в тени. Вот он сейчас забежал в тени и сдох просто.
А остальные, соответственно, тоже половина в тенях сдохла. Освоение. Два шамана, блядь, тотем за 3 секунды поставил. Вы чё, блядь? 10 обычка, нахуй. Сука, у босса, блядь, 10% хп до взлётки. И вайп, да? Ага, блядь, смешно. Ключку себе поставлю. Ну-ка, уже засыпал. Ну да, это девиз, наверное, вот. Не, ну девиз, встали, побежали. Это надо. А, я просто ору. И тут мне вспоминается, Жора говорит, встали, побежали, говорит, а мы уже разбафались. Сука. Важно, говорит, ты видел, какой дамаг проходил по рейду? А дамаг проходил по рейду из-за того, что мы не сбежались. До этого еще было, блин. Прогресс есть, убиваем этого филетового говна уже с 20-го трая, да? Ай. Когда мы было 20 фиолетовый гормон. Где там барчик? Бегу, бегу. Влажная с пактом не сбежался, что ли? Да, да, в центре комнаты стоял вот здесь, вот. Вот здесь. Влажная, сбегай сейчас с пактом. Ты я что? Побежал. Хорошо, до него. Дорогой мой. Забегу сейчас. Он стоял, хилил дома, который проходил из-за того, что мы не сбежались. Ну давай. Да все, сейчас дам... точно убьем. Все, давай. Там до этого дамаг шел. Да какая разница, пакт сбежались. Другие сейвы есть. Да он душнило, ебаный. Ну Геншин ушел, надо поддушивать как-то. О. Ладно, посмотрим через 5 лет на тебя. Я уже сдохну к тому времени. Ебать, еще и Dead Inside. Яска. Ласка. Так, давай, чё ты? Ну, ладно, пусть будет так. Это было... Братцы, чё, долго она будет носиться со всей комнаты? Долго рвать будете, ёб твою мать. 32 тысячи бенстиллер. Дайте им там что-нибудь. В голове можно дать. Ну, еще не успела до лестницы на... добежать, уже начали хуерить во все тяжкие. Ну это можно, но я не дамажу нихуя. Ася, или агрюлем походу. Почему она парирует спину, я вообще не врубаюсь. Потом говорил, у Груля это все спина, а получается у Ланда все лицо. Вар, повесь на Элема, блядь. Уже я повесил, повесил. Висит с него это еще с начала боя. Геру давайте будем. Не рано Геру. Типа 30-40 секунд до страха. Сейчас второй пуз будет, вот тогда зададите. И не... Влажный. Жаль, один сейв. Он позахилит. Это же влажный репечик или мог подымить. Че с паком сбегите? Сейчас загадка будет. Там лужа хуево аккуратно. Ах. Видите, что. Бенстиллер в тени. Так, масса круз дал. Угу. Жимку сдал тоже свою.
Иди с тобой. Не сдохните, а? Да, вот тут уже гера не нужна. Просто хорошо нажал. Уже не нужно. Мастерка. Кисти взять, я нравлю все на два фунта. Что на портал лучше взять? Ну, с этим голову, с АТГ или грудак? Сейчас бы новара. Мастерка 78, мастерка 78. Ну да, по факту лучше вот так взять. Ставить. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался... Рассоварчик он добегит. Угу, не глупо. Сейчас я на рывке чаджусь. Изгнание. Опять же, вставай, беги. Все повисло? Тоже подвисло. В какой-то момент, да. Ну, когда второй трэш пулили. Ну, все хорошо, в общем-то. Не выкинул. Носители смерти тоже, да? Ладно, я положу, что да. Ты знаешь? Шайт рум получаем с союзником. Сейчас, 3 секунды.
подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирены. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении и смертью. Зачем за Саул с Элимом нерфить? За что? Топа дамажили, хватит. Ну еще месяц можно хотя бы. Хватит. Не, не сразу, но понерфит. Цифры там покажут. Ладно, пару дней еще может. Варчик слева будешь, справа. Где хочу. Ой, где хочешь. Давай, я справа, так слева. Давай так, сделаем. Хан, у тебя есть это, бед? Крабик там? Мы пойдем. Ну, через бед хилить можно. Пала нет, пала. Через краба там отхил. А, окей, точно. А кто летает? Шаман. Если умеет. Ты хули там умеет, хватай супер. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исход. Залечите мои раны. Suppressors spawned. Свечка справа. Волдырный слева. Там вы найдете спасение, герои. Вещь справа. Давление слева один. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Давителя. Он так долго портал там дает. Есть Берка Саджо. Suppressors spawned. Первый залить. Толстого добиваете и под него лучше сразу лить. Сейчас.
Suppressors spawned. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Талан, что стаки проебал? Не проебал, он не дает так часто, блять, эти порталы. Да как так-то, ну. Ты проебываешь их просто. Вон портал сейчас открыт, что ты не заходишь. Шел, я сейчас летаю. Не первый, я тут узнал, но не дает она стаки. Сверху она. Я открыла портал в изумрудный сон. Это... Там вы найдете спасение, герои. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Ты портала. Suppressors spawned. День ослеп. Свечка справа. Свечку справа залить. Suppressors spawned. Это же так, опять как сдох, блядь. Ну вот так вот, вот. Не на пулю вовремя. Не, я тебя пускай всего заделаю. Меня ближним боем убил. Дырного, наверное, бежал. Нет, от этого внутренности поганич, скорее всего. Нет, меня ближним боем убил, еще раз говорю. Одна ткань, да, падает? И кожа. Так. Ок.
Все, ждем. Блять, я заблудился, нахуй. Я уснул, блять, вообще нахуй. Блока нету, значит ждем. Нахуй, спать уже лучше. Ой, тут дверь же не закроется, можно, наверное, пойти. Да, у меня уже 2 часа ночи. Они не что, зашли во время ремонта. Нужна сендра лично вообще. Да. Кому нужна? Ну, нет. Проходку тебе делаем. Потом не соберемся. Ну и тебе проходку. А, у меня все, у меня на сурке уже была проходка. Я же на том, куда я закрывал на фул просто, что это. Для Вилани, ты секси. Да, я хочу уже. Я просто сижу, засыпаю, сейчас паковали, побили. Это у нас бичи роги синдра нужна. А зачем? А здесь дает репу? Там умер, по-моему. Если хотите, вообще мне плевать. Там 251 запы. Ну, он хочет сменить 45-й на 251-й. Там или просто крит, а у меня РПБ конченая. Можем завтра добить, если, в принципе, никому. Так, ну... Го, лучше ХМ-ку завтра добьем, у нас ХМ-ка висит еще. Натурит, вот как раз роги выбьем, запы. А вот после вот можно... ХМ-ку синдру убьем и разойдемся. Че говоришь, комната? Здесь дают репу, не за это. Хоть когда. По-моему, репу давали. Но мы стартируем, пока не будем стоять. Во, да, у меня осталось убить одного босса, и у меня будет превознесение с Пепельным Союзом. Да гон-то принесем, то чё, блядь, бить-то? 30 минут. Ну да. 4 раза. Завтра, если хочешь, бигдем. У тебя нет КД на магии 10 гир? У меня проходку только что получил, конечно. Можем гир да пронести, типа... Там ДПС хватит, ну типа, чтоб ты магом портал. Да нет, там не хватит ДПС. Ну, чтоб у всех был ДПС, с одним вагоном не получится. Хуёво. Бля, у тебя скулы, Илания, я хуею. Это он, Нави. Ебать, парень молодой. Это просто. Вопрос... Ну я думаю, это он, молодец. Фига там Джакенда не в молодости. Христо, блядь, садят. Ты куда так напыжился-то? Крепкий орешек. Крепкий сникерс. Там заявка в гильдию поступила от Паврика из Ешкаралды. Интересно. Всем привет. Привет. Здорово. Я наконец-то врубил комп. Хорош. А че ты так напыжился на фотке? Это со съемки фото. Ну да, уже там модель. Там просит лицо сделать серьезное, да? Ну, типа, конечно. Рекламируем этот... Типа жесткий. Типа, да. Типа, вот это... Это ты на съемке... Это ты че... Че за съемка была? Че-то, ну, рекламушка? Это да, для... Ну, локального бренда одежды. Понял. А где можно видеть? Что, можно с центра съебить и все? Может быть, а может. Да, сейчас все ляга, да. Нет, блин, Владимир Турчинский. Смотрю, стало тоже бессмертным. Это было сильно. Отправил погулять у блайнного брата. Хотите пранк? Давай. Блин, они не крутятся. Я их в РДТ кинул. Да сейчас быстро пронесем, хотите пранк? Хотите? Хороший пранк. Я аж воспалал. Блин, вот Элему не хватает какой-то кнопки, которая гроз бросает. В Т5 у всех будет гроз сбрасываться. На всех классах. И ты стоишь на проте такой, танкуешь. Нет, пассивно будет сбрасывать огром. Интересно. А Вайда смогут сбрасывать просто там ДК, паладина? Нет, он прерывает его каст. У шамана нет вообще ничего на сброс игру? Каких талантов? Ну, только умереть, если. Не, ну, добьюсь, я... Это не талант.
Не, ну тоже это, талант иногда. Но ты умеешь, надо, синтека, талант. К чему? Да, Агро сбрасывает, кстати. Агро сбрасывает постоянно. Но его нет. А там нет, не написано сколько. Много? У вчерашнего шамана тоже талант был. Слава, добей мобов. А? Блин, плюс кнопка получается. Что, сходите, а? Уже в центр. Вот, до чего вы лидеры в гильдии, а? Вот, заявка к гильдию. Павлик Ешкарала, 23 года. Дальше, натурал. Натурал. Понимаете, до чего человек отвечает? Уже надо все указать, не, да? Ну, уже сомнение, типа, брать или нет. Ну, на всякий случай. Писал. Вдруг кому-то понравится. Гей. Пидорас. Активный голосовой. Активный, пассивный, да? Еще один. Показать на заявки. Ой, да. Или такой в гильду кидает заявку био, да? Это уже поэтому похер. Ну как бы. Бесов. У меня пора. Как бы мальчик, как бы девочка. Так. Это лучше не спрашивай, это лучше не спрашивай. Это большой-большой секрет. Уснуть бы нас. Это уже мысли уже пошли, блядь. Ну, вообще какая разница? Занимается. Или там борьбой, что-то она это... Ну, если что, сложит, короче. Не, она, по-моему... Если бегает. Девочка занимается борьбой, то это не страшно, это даже хорошо. Чем? Ну, да. Ноги сильные. Веду трэш. Типа гопников отпугивать? Но там, короче, ностальжи или песа что-нибудь ляпнут, она такая, слышь ты, ёпта, тише. Кадык сломаю, блядь. В обратно выгнул. Через колено перегнул. Там чисто песа об ностальжи разбила и ушла. Они бомжи, потому что... Ну да. Это было вообще. Я твой дом труба шатал и калиткой хлопал, да? Я с тобой слишком много смотрю. Нет, да, блин, ну, знаете, самые вообще лучшие девушки это борчихи, гимнастки и легкоатлетки. И пилонистки. Пять. Ну, массажистки. Да, массажистки хорошо. А как же танцовщицы? Массажистки почем? Да, да. Так, ладно, сейчас я пока что быстренько тэпнусь. Так, а уже портал открыт, да, получается? Нет, еще. Второго, веди сюда. Вот, Света. Сейчас я кольцо себе забахаю, прикольное. Саня, долго будешь отдыхать? Да меня не риснул никто, все, бежали бы. А чё трэш риснулся, чё за хуйня? Да. А вы? Да. Вот здесь все прибежали. Бам-бам-барам. Что-то он вообще не снижает игру. Наебали. Да, получается. Е, 277 кольцо. Спасибо, Антир. Тоже это... Вот так и рассказываю тактики людям. Что, сколько раз лайкнемся? Да, не лайкнемся. 50? Может, сразу разойдемся? Давайте не будем ставки делать. Потом еще это можно. Да уже все, уже хули трэш почистили, сейчас быстро все, блин. Я вот, блин, вот из всего вот этого района, вот эту комнату ебаную, я ее ненавижу просто. Так долго все. Стеной вон там. Ой. Такая мерзость.
Встань со мной рядышком, а? А я что, пиарду у тебя, что ли? Да хуй, может, ты там нажмешь. Всего раз нажал. Ай, надо еще его выкинуть в таун, блин. Куда-нибудь. Кстати, на дракона корни работают, и притяжка такая же. Поздно. Вовремя, главное, корни пошли. Ну давай. Это что сейчас было? Он с ним бы на земле быть. Слава, главное, вовремя. Это дракон этот, доспехи новые. Дракона. Плющи дают. Давите плющ, дай его подведу, блядь. Господи, пиратка. Давите плющ. Что это такое? Что это за такое? За чудовище бегает с нами? Это элементальный шмон новый. Ты это не пиплюш. Я смотрю, что вот так и хочет потанчить. Пусть, может, это топ танкования синдры. Перья пообщипает. Так. Ясно. Где там? Пельч на паладина кольцо бы сделать. И вообще можно тут кайфовать. А мне еще годы в Warframe репутацию качать сложно очень. Что-то задумался. Не знаю, как дела. А че никто ничего не хилит, но... А че, вы не знаете, что надо хавать, когда он бьет? Выбило нечего. Убивает, кста. Бигдем, как дела там? Я кожу пожал. Еще можно сесть похавать просто. Я же сказал, просто хаваешь, сидишь и все. Ну, вот у меня 50 тысяч хп взять. Отлично. Жестко. Да, разогнал называется вора под бафом. Сейчас баф. Че у тебя-то есть? И че, у тебя перехватывать буду, получается, только на второй фазе, да? Я скажу, когда. Ну, все тогда хорошо. Ну и ладно, доспех на саппорт, блин. Все, все готовы, да? Вообще, это хорошо. Спасибо. Ну, блядь, дебильно сделали, с одного не забирается, с другого забирается. И механика. Кстати, видели, ну, это, что в нов, по новому лору Синдрагоса мулатка? Мулат? Да. Мулатка, да. Да, видели. О, освобожден, как такое. Я по бенстилю дам. Беги, малышка, беги! Хорошо, блин. Репичип и там шаман какой-то. Ой, не стоп, не бейте, не бейте больше, не бейте меня. 300. Я сижу тупо нахуй засыпаю, блядь.
Перед самым РТ, блядь. Я шел с работы, заебанный это. Пиво попил, вроде отпустило. Есть сальва? Сейчас да. Сейчас дал. Притяж? Хуя? Слабо только все. Никто не уцелеет. В ладоши флопер. Это Герри там 25-ки скажи. 14 стаков хлопайте. В ладоши. Сдох был. Да. Это здесь. Или получается, под освобожденка лучше вообще не кастовать ничего, да? Да. Ты не видел вообще? Или ты не был там? Нет, я не был, но я почитал описание. Просто когда был... человека там 6 освобожденных на рейде висит будет, и каждый 3 стака наберет будет. Там рейд нахуй все это одновременно взрывается, рейду просто пизда приходит, блядь, от 3 ебаных. Смотришь, стака. Вроде бы все фуловые, хуяк, уже рейда нету, да. Там уже так даже, да, по 2000 за стак, не знаю, ну, сколько за стак, не а помню, не знаю. Да, не, там можно вынести, короче, 21 метр рейнджа. Да, вижу, вижу. Убивайте эту блядь. Блять. Ну ладно, я поехал бесполезно. Я думаю, я дотанчу. Нет, нет. Вот у нас кто там? Ну смотри, если там... Вощение, давай. Если что, скажу. Хорошо. Сейчас притяжка будет, да? Да, сейчас будет притяжка. Близко не подходите к нему. Под... Беги, малышка, беги. Или сейчас поменяю, сейчас так и скину и дотанчу. Давай. Ага. Я к тебе бегу. Ага, так. Следующий. Ой, извини, не забрал. Не забрал. Понял. Вроде там проживал. На тебе висело. Ну, все, убивайте, давайте керу добивайте там. А, так ладно. Же. Смести здесь чуть. Я просто пойду. Да, убили, но. Сейчас метка убили. 12 стаков, давайте, ребят. Че там освобожденка? Ниже нихуя табличка посреди экрана висит. Там на ком-то метка. Назад чуть. Чуть-чуть в сторону, но. Полидринка оверхильд. Понял вас это. На агентах как-то можно. Больно вас шотает метка. Сейчас там метка нет. Лишь жесткие уки, да. Баба прокуренная, блин. Это какая-то была авто. Миледи Винтер забыл, как свой Настя, вот. Тоже голос прокурит насчет пиздец. Настолько сильно. Но Синдра тоже самое. Синдра это ты? Но. Опять прыгнул. Вальки, да? Сколько мой банк? Тут... Лети нахуй прямо, блядь. Нахуй ты туда-сюда, блядь, летаешь, блядь.
там, по-моему, кто-то спулил. Да. ГП ему. Красавчик. Ну нахуй она вначале прилетела. Ну да, это... Это она виновата. Давай-ка, сука, просто. Сама виновата. Но. Никому не нужен арбалет Лича. Арбалет? Да. Никому ничего не надо. У меня есть. А, ну если только Саня чуть. Так, кто у нас здесь есть? Да. Получше. И тут получше. Оп, хотел на оф ходить. Да, но я на оф не пойду, пока не сделаю нормальную оплату, блядь, чтобы можно было играть в игру. За едаху эти, блядь, заморочки. Я оттуда ушел-то из-за этого только. Что, и проблема с оплатой, проблема с людьми. То есть онлайна не было нихуя. Мне кидай, ты не ответил. Мне кидай, я не уйду. И мне, я больше не приду. Че? Ну да, я хочу коня. Такое. Я хочу. Ну и я хочу. Буду. Я хочу пиццу. Не до такой степени. 70 раундов было за этим конем. Так, Варчик, ты на ком? У меня не было. На шаркаре? Давай на недавно их посоветуй, как уже шарим еще. Спазыскайте, чем мы сидим, пердим? Кого ждем? Спазыскайте этого мудака. Неужели прибыли наконец? Хваленый. А тут есть малька? Десятки. Есть. О, если меня кинет, не разбивайте, я хочу потестить блинки. Ну, я сейчас скажу. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Слышишь? Сань, дымка. Да, новых. Или что кто там? Слава. Я без твоего переживу жнеца в обычке. А, на сове пойдет. Ну, Бигдя может тебе кинуть, можешь. Да без разницы, пускай на сейву будет. Я просто сейву кину. У меня сейвов не так много. Ну, там этот, переберусь немножко таланты. На баре, наверное. Не, Лем, конечно, пушка стал. Ой, блях, не того забрал. Ёп, тут и. Шарку щеврить. Шаркаря забери, блядь, смотри. Да-да. Не того забрал. Чё, чё матом нахуй блинки? Я его не с дисплеем. На шаркаре должно быть. Подедринг по дисплею, да? Да, ага, сейчас. Сам. Ну, там на это, на варчике, на варчике, чума, варчик, а ты? А, на войде, чума. Есть бельт у тебя? Блять, холидринг, ну по... Ну чё, блять? Еще раз, да, ты говоришь диспел, блядь, диспели, он и не диспелится нахуй, вот, у меня с кнопки, блядь, забиндены.
Я спрыгнул вниз. Освоение. Освоение Лича 10. Сука. Сегодня кино смотрел, короче, Лекарь, там, где тоже про чуму было, там чума была в городе. Они, да, Лекарь, ученик, короче, как он называется? Авиценны. Да, Авиценны. В Рейде такого нет. Ну да, интересно, мне понравилось. Лекарь ученик Авиценны, да? Да. Такие натуре бичи, блядь. Вы чё, сука? Тупые, блядь. Нихуя не понимаете. А чё сразу-то не все не будет, блядь? Я ж хули... Хули дрыгаешь? Хули дрыгаешь? Смотри, почти, блядь. Мне диспелить, да? Только, ну, блядь, диспель, пизду, от них хуй дождёшься, блядь. Они... Это... Охуенного придумали, блядь. Тут три... Ладно, я попробую. Бан есть? Так, ебать, соберите. Ну, я из-за этого. Неужели прибыли наконец? Хваленный света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Это же должно, блядь, на автомате, нахуй, все быть. А хули? На стандартных сижу, вот сейчас на маге хуячу, все вижу, блять, о чем ты прям. Кстати, кого-то со стандартных на воду перешел удобнее. Ну, воду удобнее в том плане, он показывает то, что тебе нужно, а стандартные все показывают. Ну, блять, я вот, ну я просто не настраивал еще на маге аддон, ничего, я нихуя, у меня даже половина кнопок еще не забенчена. Ну я один хуй вижу эту чуму, блядь. Сейчас будет чума. 2 секунды. Смотрим на ком. Я номер. Шартаря забери. Угу. На бенстиллере чума. Хотя бы не бейте его. Диспел, блядь, бенстиллер. Я бы диспелил. Красава. Если что там, топайте по агру. Ну, охуеть, бить-то, блядь. Чума на рапичей, блядь, чипать. Вынеси, вынеси в сторону, вынеси, блядь, вынеси, блядь, хуй ты... Где он? Я шалькущих. Бля, бегдам. Вест, вест, выноси, выноси. Все. Сейчас это, забери, забери с чумой моба. Потыкай, забери с чумой моба. Вон, луна там, ага. Уже ушла, по-моему. Да, блять, я ищу его! Ну, луна стояла на нем, вы чё? Где нахер дойти так? Вот вообще, вурдалак. Кончу я, блять. Кончу, блять, я. Репичи, почему? Чума. Диспельте, диспельте меня.
Дух. Чума, духа надо бить уже. Рикичипи чума, диспельти чуму. Опять рикичипи чума, диспельти чуму. Я вот тыкаю там. Не было там на луне ничего. Сложно, блядь. Ну, подходи ко мне, забирай. Давай. Не трать никогда таунт, нахуй, на всякую хуйню просто. Так я не тратил, я потыкал это всех водолаков, а не нашел ни одного этого. В центр хуяк, типа, босса все. Сейчас лича сквернит, все опять. Надо вынести все. На мне осквернение. А чё с хилом? Заражение, прохильте, блядь, долго. Сейчас умрут люди просто. Я сам чуть не сдох, блядь. На жнеце. Ладно, на хилах бомжи. Вы чё, блядь, сука, нахуй? Вы не в курсе, да, что заражение его надо прохиливать? От того, что вот вы, блядь, его бросили, нахуй, оно с каждым тиком наносит урона больше и больше. Что за сквернение будет? Вынесите сквернение. Сейчас еще, меня еще надо будет. Ну, я попробую, конечно, нахуй, но я не уверен, что я вернусь. Лучше-то убить, конечно. Ну, ладно. Сам дал. Продлеваю. Ага. Сейчас сквернение будет. Soul Reaper soon. 4, 3, 2, 1. Опять на мне нахуй. Ну чё, блядь. Все под босса. Ревностный, блядь. Ёпта. Хилы. Хилы вообще нахуй там, вы чё, блядь, сука, у вас, блядь, гир нахуй там, я не знаю, блядь, просто ебейший какой-то нахуй. О, Войда точно. Да? Дал стан, 4 секунды стан. Сейчас продлю ещё его. У меня мана кончилась. Не, всё нормально, бьём вообще. Осквернение. Ну. Сейчас смотри, я вихрь кастую сейчас на меня. Нет, но с этого... Тотем есть с гимном? Надо это, на край бежать уже, нет, на край. Нет. На край пойдем. Может ты идр по Элему? А хотя не будут по шману ставить. Смотрите, на хулидринке ревностный еще висит. Че там это? Захилимся? Ходи. Может, тотем плюс... Варчик, становись рядом со мной. Забирай духа, духа с рейда забери. Стало. Какая боль, какая боль. Арки не тяни, майки. Походу стану дам. Трансферу убивай. Сферы, ребята. Сфера близко. Так, забрал. Забирай духа с меня. Угу. Вот так сделай, давай. О. Сейчас будет там в комнату человечка затягивать. Его прохилить на фул, ребят. Гневного добили. Подъебало. Пошла, пошла. Хилим, хилим. Духа хилим, 40 брат, допустим, влажного, да. Кеку хилим. Важный кека, там надо будет каз сбить ему, чтобы не это. Чтоб мы тут не умерли все. Хас, главное сбить. Там что-то, наверное, захилить для хила надо. Так, осквернение. Как сбежали. На мне, на мне, на мне. Ох, ебать его, уродил. Хулидринку захилить. Я сейчас буду лопать их. Жрался на всю.
А что надо там, да, это духов поймать еще? Да я поймал бы их чуть. Потому что если я сложу, то это будет очень плохо. Скорее. Духов сейчас. Давай, Ой, господи. Чё? А кто у нас в комнате сдох? Я бы. Пиздец, нахуй. Долбоёбы, блядь. Я пошёл. Блядь, это, сука, просто, блядь, ну, вы понимаете, что это даже, блядь, не героик, нахуй, это ебаный 10 об, блядь. И потом просто в, на героике у нас на замене сидит вот такой чел. Просится в героик, челик. Блядь, 3000, блядь, хпс, и вы, блядь. Все, расходимся. Так, я пизду, мне неохота сюда и тратить. Ну. Я хоть репутацию покачал с союзником. Это что неохота, я не буду больше тратить. Типа, блядь, это вообще пиздец, нахуй мы идем. Я не пойду больше, вроде слаженки, это кринж был. Я понимаю, блядь.